Странно, но я где-то уже видел ваше лицо. Действительно странно, ведь я всегда ношу его с собой. А кто это сделал? Тепетуха, а фильм «Омерзительная восьмерка» — это про «Жигули» или про «Балтику»? Это про «Виндопс». А кто это сделал? Личности бывают нескольких типов. Например, экстраверты и интроверты. Вот рассмотрим на примере. Как вы считаете, какому типу принадлежит ваш муж? Мой муж шуруповерт. А кто это сделал? Что нужно вашей кошечке для счастья, кроме баночки вискоса? Ну, разве что еще одна маленькая открывалка. А кто это сделал? Петруха, а что такое дистрибуляция аккузитивных хакайдеров? А где ты это прочитала? Я не прочитала, я это написала. Олимптика. Каждая ночь чтится эта таблица, кричал Менделеев. Надо что-то делать. И придумал водку. Олимптика. В российском поезде проводница ходит по всем купе и спрашивает, иностранцы есть? Ему говорят, нету. Выходя в купе, проводница орет. Петруха, врубай кондиционер, здесь вот не наши. Олимптика. Лень, поехал на рыбалку, а сапоги в гараже забыл. И что же теперь делать? Ну и пухал ты, как дурак, босиком. Олимптика. Вынося мусор, увидел, как за гаражами два мужика выпивали портвейн 777 и обсуждали разницу между финским и бразильским образованием. Там не то, что я, даже вороны офигели. Олимптика. Почему до сих пор никто не придумал плеер с функцией начать с того места, с которого вчера заснул? Олимптика. По утрам мозг играет в винду, задавая вопросы. Ты действительно хочешь встать? Ты действительно хочешь идти на работу? Олимптика. Алкоголь берут только в крупных супермаркетах. И чек, пока не проснусь, сохраняю. Ну, если все же утром не проснешься, сохраненный чек будет слабым утешением. Олимптика. Утром 1 января мужик залез, навлек с пивом. Сработала сигнализация, но он всего не заметил. Примчались милиционеры и начали стучаться. Мужик на полном серьезе говорит, мужики, не стучите, пива нету. Олимптика. На улице немного потеплело. И решил проветрить комнату, открыв окно. Комната наполнилась соседским сигаретным дымом. Олимптика. По телевизору идет реклама. Футбольный матч Россия-Бразилия 18:50. Десятилетний Волочка удивляется. Ну нифига себе, наши проиграли. Олимптика. Не помню, как называется гибрид крыжовника и смородины. Очень вкусно. Крыжовина? Сморжовник. Олимптика. 5-летний сын колупается в компьютере. Отец незаметно подходит сзади и смотрит. А сын набирает в Яндексе, как уволиться из садика. Олимптика. Существует 3 способа сделать что-то. Кого-то нанять, сделать самому или запретить детям делать это. Олимптика. После пьянки 2 мужика делятся впечатлениями. Один говорит, представляешь, сегодня встаю и смотрю, лежу на ковре, а ковер висит на стене. Олимптика. У вас есть комплексы? Да, есть немножко. Мы избавим вас от любых комплексов, и жизнь ваша будет намного лучше. Очень сильно сомневаюсь, что жизнь моя будет лучше без моих нефтеперерабатывающих комплексов. Олимптика. И пошел старик к синему морю. Закинул невод и поймал золотую рыбку. Пошел в лес, наелся грибов, и появились глюки покруче. Олимптика. Усап Пендер знал 400 относительно честных способов отъема денег у населения. И это еще у него интернета не было. Олимптика. Если вы кому-то пишете ночью по пьяне, предупредите человека, что набухались. А то он потом 2 дня ходит и думает, что кому-то нужен. Олимптика. Я-то слышала, что Wi-Fi особенно вреден для женщин. Конечно, очень вреден. Полы не помыты, обед не приготовлен, а все потому, что Wi-Fi. Олимптика. Встречаются 2 однокашника. Один стал новым русским, другой бомжует. Второй спрашивает, дай мне немного денег, чтобы я поднялся.
новый русский говорит. Хорошо, дам денег, только угадай одну вещь. Мне тут случайно выбили один глаз. Еле поставил за бешеные бабки. Вот угадай какой. А тот говорит, левый. Да, как ты догадался? А там есть что-то человеческое. Подписываемся, кликаем на колокольчик.